Жители Вилюйского района поздравили со 125-летием первого якутского композитора Марка Жиркова с орбиты Земли. Заслуженный деятель искусств родился 8 апреля по старому календарю в Вилюйском районе. Там он и учился. По этому поводу 2017 год в районе объявлен годом Марка Жиркова. Между тем, Вилюйский район тесно сотрудничает с Федеральным космическим агентством «Роскосмос», и в этот значимый день вилючане получили поздравления с Международной космической станции. Уважаемые жители Вилюйского улуса, поздравляю вас со 125-летием со дня рождения Марка Николаевича Жиркова, первого профессионального композитора Якутии. То, что 2017 год в вашем районе объявлен годом Жиркова, говорит о том, как бережно и трепетно вы относитесь к истории. Чтите память великих земляков. Марк Николаевич посвятил всю жизнь становлению и развитию якутской музыкальной культуры. Юрий Гагарин стал первым космонавтом, а Марк Жирков – первой музыкальной культуре Якутии. Автор первых национальных опер и балетов, создатель первого национального хора, симфонического оркестра, музыкально-балетной студии. Желаем вам в год Жиркова исполнения всех планов, любви, добра и согласия.